Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Лиза Арзамасова приехала на съемки «Ледникового периода», где ее муж Илья Авербух создает постановки для участников проекта. По всей видимости, жена устроила мужу перерыв на обед. Ну, как бы, война войной. Лиза Арзамасова уже давно знакома публике, как звезда сериала «Папины дочки». А в прошлом году стало известно, что актриса устроила и свою личную жизнь. Она встречалась с Ильей Авербухом. Несмотря на разницу в возрасте, влюбленные сыграли свадьбу. А не так давно Лиза родила первенца, малыша назвали Львом. А что думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.